работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Это праздник руководителей и специалистов сельхозпредприятий, работников полей и ферм, пищевой и перерабатывающей индустрии. Глава администрации Куиргазинского района Ахат Кутлуахметов подвел итоги работы агропромышленного комплекса за 2014 год и поздравил ветеранов и тружеников сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником. Сегодня агропромышленный комплекс представляет 12 сельхозяйственных предприятий, 120 крестьянских фермерских хозяйств и свыше 9240 личных подворий, в которых трудятся истинные хозяева родной земли. Каждый сельхозяйственный год по-своему сложен, и этот 2014 также не стал исключением. Но несмотря на непростые погодные условия, труженики агропромышленного комплекса района собрали свыше 50 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность составила, к сожалению, всего 9 центнеров с гектара. Данный объем зерна обеспечил засыпку семенного материала лишь на 94%. Посеяно под урожай 2015 года озимых зерновых культур на площади свыше 14 тысяч гектар. В результате плохих агроклиматических условий нынешнего сезона, к сожалению, посевы на площади свыше 13 тысяч гектаров не взошли, что создало дополнительные трудности для наших сельхозтоваропроизводителей. Значимый вклад в развитие муниципального района внесли аграрно-сельхозяйственного производственного кооператива «Искра», руководитель Мустафин Рамиль Гиняш, общество с ограниченной ответственностью НПО «Миллиоз» Демченко, Павел Николаевич, Спакабатан, Мухаметов Гайнедин Газизев, Спака имени Кирова, Тукаев Рамиль Иляжевич, отделение Ермолаевское, УАО «Зирганский МТС», Кузнецов Сергей Николаевич. С праздником аграриев поздравили и почетные гости. Начальник управления ветеринарии республики Вакил Буранбаев, председатель Башкортостанского республиканского комитета профсоюза работников АПК Фамиль Шайхмисламов. Мы говорим, что в Куиргазинце при всей сложности, при всех трудностях все равно добивается хороших результатов, потому что ваши золотые руки, добрые сердца и преданность земле всегда будет давать только хорошие результаты. И сегодня очень приятно видеть в зале работников сельскохозяйственной перерабатывающей промышленности, а я бы даже сказал не работников, а героев полей и ферм. В этот день поздравления принимали люди, которые от зари до зари работают на земле, выращивают хлеб и овощи, поставляют на наши столы молоко, мясо и другие продукты. За добросовестный труд лучшие работники агропромышленного комплекса награждены почетными грамотами и благодарственными письмами Российской Федерации и Республики Башкортостан. В этот день куиргазинцы также отмечали День Единой России, поэтому в рамках торжественного собрания были вручены награды людям, принимающим активное участие в деятельности Башкортостанского региона. Регионального отделения партии. После торжественной церемонии награждения вниманию всех сидящих в зале был представлен праздничный концерт, подготовленный лучшими солистами и коллективами Управления культуры Куиргазинского района.